Так, ну я в жопе зарезался. Пиздили. Атлетёхи, привет! А! 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 Стамины мало. Он все равно ебашит. Он просто не останавливается. Все, регаемся. Выходи, Скуби-Туби-Ду! Хорош, Скуби-Туби-Ду! Пожалуйста, не убивайте. Иди сюда, Не будешь убивать? Иди сюда, говорю, конечно нет! Я с ножом. Давай, выходи, сюда! Видишь, не стреляю, иди сюда, быстро! До пяти ко мне подходишь, не убиваю. Считаю. Раз, два, три. Подошел. Молодец. Кепку отдай, слышь. Все. Можешь лутать вот этих молодцов, смотри. Лутай, ебать. А ну ник подсвети, слышь. Я 300-й. Подсвети ник. Игрик, нажми на меня. Игрик, кнопку, понял? Игрик, бля, ёпты. Игрик, знаешь кнопку? Да, знаю. Нажми на меня ее. Как насчет объединиться? Лулико. Лулика. Все, лутай вот этих ублюдков, слышь? Лулика. Он, они валяются. Разрузочка возьми себе, да, да, лутай. Ну это батяра, бомжара. Там тут двойка. Эо! Талибус, да талибус на месте. Талибус тут, ребята. Что залутал? Вот этого лутай, вот этот нормальный. Или того, да. У того сумка у другого. А у тебя есть. Ебашь их просто. А ты откуда? С Кавказа. А, кавказовец, что ли? Вот этого еще. Вот, тут валяется сейчас в комнате. Подожди. Эй, Кавказ! Вот что? Этого. Вот этого. Сейчас я еще не залутал. Ну давай, лутай, не бойся, я тебя не буду троить. Два бомжа, нахуй мне надо. Что ты? Лутай себе, не парься. Слышь, а по-братски скажешь вот так вот, как я? Скуби-ду-би-ду! Уэй-ю! Скуби-ду-би-ду! Хай. Красавчик, нормальный пацан, сразу видно, блядь. Пойдем на Мещенку. Так, а ну отвернись. Залетай. Там нормальная тема, бери. Вот это ВСС тоже хватает, 100 тысяч на барахолке. Так, ладно, теперь надо бабки собрать. Тебе есть на маршрутку? Вообще нет. Ну сейчас найдем. Отворачивайся! Мне так безопаснее двери открывать. Сейчас пойду, я кое-что заберу. Давай, 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 хватай, дядька. Бля, ну мы на Марик тут не соберем на двоих. Слышь, на тебе рюкзак, ебать. Набивайся. 214, бля, ключа нету. Туда все совай. У меня 20 лямов есть, ненормально. Все, погнали в двуху. Так, ладно, тут три сейфа, сейчас полирнем и будет все вообще чикас. Чекай сейф в конце. Блять, он сейчас. На, короче. Вот эту темку. Петушок, золотой гребешок. А у тебя бивоты нету случайно? Что говоришь? Бивоты нема у тебя? Бивоты. Ну бивота. Что бивоты? Не-не, бивота, бивота. Нема? Бивот. Да-да, бивоты, нема? Это предмет, да? Шо? Что это бивота? Ну это попить, бивота, бивота! А, нет, нету. Понял, хуёво. Вот тут сейф, опа, ебать, бивота, сюда! Часы опять. Блять, нихуёво, нихуёво. Бля, ну ни в каком сейфе... А сколько на выход надо? Надо 7000, у тебя есть? Не, у меня только 3. Не, не хватит по-любе. А какие у тебя выходы? Ну нажми О. Лодка есть? Нет, у меня только на старой заправке. ЗБ-013. Я понял, все, все, не пошли. Пошли, ебать, работаем. На выход тебя ведем. А ты квест сделал свой? Квест?
Да, ты, у тебя квест тут был, не? У меня квест на слева и убей диких. Ебать, так да пойдем сделаем квест, ёпты. Короче, прикрывай меня, мне надо ногу лечить. Двигайся, двигайся. Манси, лево-право, лево-право, двигайся, надо двигаться, а то вдруг хуй какой-то тебя наводит, понял, сразу. Надо всегда понимать, что, скорее всего, кто-то наводится. Хуйлопан какой-то, блядь. Я вот играл, когда она появилась у брата. Сейчас тут будут боты, ты будешь разъебывать. О, давай, вырабатывай слева, давай! Вон он далеко стоит, далеко. Аккуратно, аккуратно, присядь, присядь, присядь! Отдача будет меньше, присядь! Оп, вот так вот, да, работа, работа, ебать. Ломай его, блядь. Лучший, просто лучший. Пойдем сюда. Ты будешь чувствовать чемпионом в Таркове. Бота разъебуешь за нехуй. Пацаны, когда будут тебя видеть, отдавать тебе будут сразу висковые витания. О, за цистернами. Он вышел, давай, еби его. Давай, давай, блядь. Ко мне, иди, аккуратно, 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 Соня, умри. Тихонько, не спеша. За забор ушел справа. Одного убил. Калаш призаряди. Калаш призаряди. Там патронов мало, блядь. Нормально. Хорошо, он за забором уже. Вот тут сразу слева. Вот тут сразу слева. Выходишь слева. Хорош. Хорош. Просто, блядь, мужчина. Блядь, тебе стрелять нечего. На М-ку. Не-не-не. Бля, как ты бота будешь убивать? Потом не отдашь ее. Вообще пусто. Подожди, надо бот одного залутать, чтобы у меня пуха была. Так, ладно, шишка эска. Сколько еще ботов тебе? Два. Так, ладно, погнали, нам в библиотеку аптечки тебе лутать. Солевы. Хуевы. Тут могут быть. Ведь тут залутана, блядь, мразь какая-то лазила. Он трупак валяется. Два трупа. Двери не подходи. Ебать, тут... Тут фулка пиздец валяется. Короче, скидывай М-ку возле него. Мою. И лутай его. Все на себя одевай. Магазин. Магазин один еще. Уйди, блядь, бот видит. Чел наверху сидит. Не выходи, к двери не подходи. Скину. Вон. К этой двери не подходи, там чел наверху. Идет к нам. Бля, не вижу. Далеко сидит. Не высовывайся к двери. Просто разлутай этого типа полностью, не высовывайся. Хае! Сиди, сиди! Быстренько его залутаю. Бронька подходит. Убил, убил! Хорош, хорош. Переходи ко мне переходи. Ко мне переходи сейчас. Блять, просто мужчина, блять. Просто мужчина, нахуй. Еще один есть, который сверху сидит. Который сверху на здании сидит. Еще один есть. Все, давай, лутай этого ублюдка. Тупо все свое выкидывай, все его одевай. У него там просто топ-гир. А тут вот трещина прям в центре. Н, нажми, подними, забрало. Все равно лучше, там хороший класс. Все, переходи, залутал. Да, Толян, бля, великий укротитель. Короче, этот хуйлопан сидит сверху, и там, где солева как раз твоя. Сейчас мы здесь поищем. Иди, одна есть. Вон, в углу. Тебе похавать надо? Желательно. О, документы есть. Возьми 200 тысяч. В трусики. А зачем они нужны, если они так дорого стоят? На квест они нужны. Они потом, когда убежище апнешь, сможешь диких отправлять. Ебать, тут еще трупы, дядь. Тут два трупа. С окна чел пасет здесь. К окнам ходи аккуратно, тут хуй пасет. Вот твоя солева, делай два кле... Ползи, короче, понял? Ползи. Он тебя разъебет, он пасет окна. Вон солева на этой тумбочке, а смотри. Солева. Вот, на этой тумбочке я помигал. Две клетки делаешь, резко берешь и идешь ко мне. Быстро, быстро, быстро бери. И уходи. Все. Толянчик трупы лутает, ему не до солев. Да он в ахуе, бля, лоза бегают, лута дохуя. Все, левее к забору иди. Этот хуй может стрелять, просто беги, не останавливайся. Давай, блядь, перца! Хорош. Давай, блядь, перца, щеми! Нормально, это я убил, переходи через колючку. Боты тебе еще нужны?
Я убил, но у меня еще два, я не понимаю, что это. А, это баг, наверное. Если ты убил двоих, когда тебе два писал, то квест комплит, просто оно не подсветило. Ребят, да пацана, два квеста сейчас закроются. Это куда важнее, чем идти, блядь, геройствовать на эту мышу, которая сидит на стройке, в позиции. Блядь, на тачке бы тебя увезти, а бабок нема, сука. Слышь, давай, знаешь, как сделаем? Я возьму твою торбу, понесу, потом тебе скину, а ты возьмешь мою, у тебя перегруз большой. Пошли. Я не хотел это сказать. Ты сильнее, давай больше. Напомнишь мне потом на выходе, потому что я могу завтыкать. Бля, мне еще самому успеть бы добежать. У меня же не там выход. И у меня воды нет. 9 минут до конца. Блядь, не бежать в другой конец карты. Мне бы самому успеть потом выйти. Так, я тебе сейчас рюкзак скину. Вот твой выход. Так, ну все, дядька. Давай, хорошей игры. Пока. Спасибо. Пока. Давай. Напоследок скажи «Скуби-ду-би-ду, вэйю!» «Скуби-ду-би-ю, вэйю!» Спасибо, дыши, дядька, давай, успехов. Нормально, ребята, спасли молодого тарковчанина. Теперь осталось самому хребет вытянуть. «Скуби-ду-би-ду, вэйю!» Так сам, нахуй, нема бабок у меня, вы заебались с этой тачкой, нема бабок, надо деньги на тачке выйти. У меня 1100 рупий. Как бы скидку для топ-1 Таркова не дают, как бы. Пиздец, я сейчас не успею. 5 минут идти, у меня воды нету. Блядь, уроды! Сейчас, наверное, рычажочек здесь нажмем. И пойдем, короче, через стройку. Я думаю, этот хуй уже свалил оттуда. Хотя 18 нету, Ама сразу бан пропишет. Не исключено. У него еще нет вот этого даже голоса. Скуби-ду-би-ду! Вэйю! Он так скуби-ду-би-ду! Слышал? У него еще нет этого тембра. Мужского. Ребята, ну! 100 рублей за контент старому. Эо! Не? Сука. Да, блядь, ползи ты, тупица, блядь! Блядь, у меня за... Не закрыт, короче, затылок. А, ну просто 2 минуты до выхода, Карл. Это же вообще пиздец.